Nous allons retrouver la Biélorussie. Alexandra Narkevich. Браво. Ведущий соревнований в зале сосредоточился и почти безукоризненно, да, произнес имя и фамилию очередной участницы этого финала. Александра Наркевич из Белоруссии. Я же говорил, что сегодня мы наблюдаем второй эшелон, да, белорусской сборной. Это интересно же. Да. Посмотреть примерное будущее на 5-6 лет. А может быть и ближе. Ну, хотя все, в принципе, меняется. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Я же говорю, этот зал как детектор, этот турнир, в принципе, вот он такой. Что-то ты там где-то не доработал, вот это все здесь вылазит. Но, к сожалению, на Саше эта тенденция потери ошибок не прервалась. 4 из 4. Александр Наркевич, ла Белоруссии. Ну да, ведущему в сущности и нечего констатировать, кроме того, что Александр представляет Белоруссию. Слишком уж, это была даже не ошибка, как эдакий системный сбой в самом начале упражнения. Гимнастка с опытом способна собраться и закончить упражнение, что называется, как положено. Ну да, оценка будет не блистательна, но хотя бы впечатление оставить, хотя бы самой себе какую-то зарубку в памяти, да? Увы, эта гимнастка слишком мало опытна, чтобы хладнокровно отнестись к такому провалу. А будет ведь плакать, переживать на самом деле в раздевалке-то. Ты знаешь, хуже, если бы она не плакала бы и не переживала, детка, какая чепуха. Кстати сказать, чемпионат мира в следующем году пройдет во Франции. Не здесь, не в Корбейсоне. Зальчик слишком мал для того, чтобы соответствовать статусу первенства планеты. В городе Монпелье он состоится. Ну а чемпионат мира 2010-го пройдет в Москве, напоминаю, в сентябре. Ждем очень сильно.